первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка избирателей составила почти 5%. Такие данные публикует ЦИК. Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области – свыше 7,5%. 5% проголосовали в Витебской области, замыкая тройку – столица. В Центральном регионе и Могилевской области цифры приблизительно одинаковые. Чуть более 4% явка в Брестской области. В Гродненской свой голос отдали менее 3,5% избирателей. 44 участка по выборам президента Беларуси организованы за пределами страны. В России, где находится много белорусов, накануне открылись 3 избирательных участка. Из-за эпидситуации в Москве всем, кто приходит проголосовать на участок в нашем диппредставительстве, выдают защитные маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Белорусы могут досрочно проголосовать еще в 2 российских городах – Санкт-Петербурге и Калининграде. Белорусские аграрии продолжают уборку нового урожая хлеба. Миллионный рубеж намолота зерна перешагнула Брестская область. Южный регион лидирует и по темпам жатвы. Вместе с ним экватор перешагнули Гомельская и Минская области. Всего по стране убрано почти половина площадей зерновых. Намолочено 4 миллиона 135 тысяч тонн. В тройке по намолоту также Минский и Гродненский регионы – 931 и 894 тысячи тонн соответственно. Активно идут работы в Могилевской и Витебской областях. Средняя урожайность по стране – 38,4 центнера с гектара.